Беспечность едва не обернулась трагедией. В ночь субботы на воскресенье в районе деревни Новосельцево произошло ЧП. Двое мужчин примерно в 2 часа ночи на автомобиле Hyundai выехали на лед и провалились в канал имени Москвы, где всегда открытое течение. В результате машина ушла под воду, водитель и пассажир чудом выбрались из автомобиля и остались живы. Вот как ситуацию комментируют сотрудники инспекции по маломерным судам МЧС России. 27, 12, 20, 2.42 на пульт оперативного дежурного 112 городского округа Мытищи поступило сообщение о том, что в районе пристани деревни Новосельцево на канале имени Москвы под лед провалилась автомашина Hyundai под управлением Орлова Ивана Викторовича. В результате происшествия жертв и пострадавших нет. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники отдела полиции Мытищинского УВД Сухаревского района, а также сотрудники МЧС Московской области. Инспекторы ГИМС напоминают, что выезд на лед на автомобиле категорически запрещен. Для таких нарушителей предусмотрен штраф в размере 5000 рублей. В районе искусственных участков канала имени Москвы постоянно течение. Постоянно регулируется уровень воды. Лед в районе искусственных участков канала имени Москвы абсолютно непрочен. Он достигает 5-7 сантиметров в настоящее время. Этот лед не выдержит ни квадроцикл, ни снегоход, ни тем более автомобиль. Движение по данным участкам сопряжено с риском для жизни.